Всем привет! Я ходила, покупала сегодня продукты, фикс-прайс ходила. В общем, закупка на месяц продуктов. Пришла домой, вот. Денис холодильник размораживает. Вон у него тут сушится все на балконе. Вот, а я сейчас покажу вам обзорчик. Начинаем. Вот это из фикс-прайса. Так, купила вот такую губку металлическую. Так, мыло дегтярное. Денис им умывается. Так, 4 пачки. 32 рубля штука. Это я не в фикс-прайсе брала, в другом. Так, купила вот такую мозаику. Денис давал деньги. У нее отдельно. Вот она стоит 199 рублей. Вот собирается такая картинка. Вот, жирафики. Это одна часть, там есть еще вторая, но я взяла такую. Вот Ярик из садика придет, ему покажу. Тут такая вот яркая. Так, далее. Раскраски. Вот две вот такие. Вот. Это он тоже любит, обрадуется. Вот, дальше. Колготки взяла себе вот такие. Конты на 80 ден. С юбкой одевать. Так, купила вот такую снежка леп, 77 рублей стоит в фикс прайсе. Снежки будем лепить зимой с Яриком. Так, что у меня еще? А, вот такая штучка, 55 рублей. Тут шнурочек, и вот надо вот это, шнуровать, короче. Мелкая моторика, развивать будем. Так, как обычно, краски. Я там покупаю 99 рублей. Фломастеры 55 рублей вот такие. Так, что у меня еще там? А, купила еще Ярика пасту, у него заканчивается. 77 рублей. Вот такая псилка с зубной щеткой вместе. 2 плюс. Вот. Блин, смотрела, все розовые. Ну, да думаю, пофиг, что дома ведь все равно. Так, вот такое полотенце. Кстати, прикольненькие вот такие на подарки. Мы пойдем на день рождения, и вот я подарю, подарок положу. Прикольно так оформили, так красиво. Так, и мыльные пузыри. Фикс-прайс купила, 27 рублей вот такая бутылочка. Снять кашель. Так, и, в принципе, все. Там мне журнальчик в магните дали. С фикс-прайсом все. Дальше. Это я уже ходила в Пятерочку и в наш магазин здесь. Бумагу купила Денису. 5 штук. Котлеты домашние такие. Это шницель печеночный. Тоже, кстати, вкусный. Томаты взяла. Молочко. Так, теперь доставать не буду. Лук. Взяла вот мандаринки такие с листиками. Кстати, очень вкусные, самые сладкие. Картофель взяла. И огурчики. Вот огурчики. Такие огурцы большие вообще. И у меня вообще много денег ушло. Фикс прайс у меня вышло 1000 с чем-то. 1100 вроде бы. Вот. В Пятерочке там 300 рублей купила. Плюс у нас здесь 2000 вообще. Все в сложности у меня вышло. Но это даже не на месяц меньше. Это я такой овощи вот взяла. Крупа у меня дома есть. Вот котлеток взяла, чтобы в морозилку положить. Вот. Что еще? Ну, так по мелочи. В фикс-прайс я хожу сюда раз в месяц. Покупаю там вот краски, фломастеры, раскраски мне там нравятся для Ярослава. Губки, тряпочки там еще покупаю. Но у меня пока есть это все. Я не стала брать. Сейчас покажу, что Денис делает. А что ты делаешь, пока я ходила, что ты занимался? Я ничего снимать ставлю. Да ничего, холодильник размораживала. Как успехи? Пойду покажу. А? Пойду покажу тебе. Ну, ты покажи. На холодильник я решил еще разморозить вот верхнюю камеру и решил морозильную камеру разморозить. Потому что морозильную камеру уже несколько лет не размораживали. Я замучился, я уже час. Ну, просто на холодильник No Forest. Так вот, мы же знаем, что надо, ну так. Можно было купить холодильник No Forest, но мы купили iPhone. Ну, мы же ремонт планируем делать после Нового года, в январе где-то. Ну, так оно. Ну, вот и такой смысл сейчас мне покупать. В январе, попасть. Позже, наверное. Когда? В феврале? Ну,
не знаю, февраль. Ну, январь-февраль примерно. Посмотрим. Ну ладно, все, хорошо. Смотрите, что он тут наделал. А, так ты уже верх-то разморозил? У него там горячая вода. В общем, вот, полным ходом у него тут работа. Холодильник размораживается Денис, это его работа. Его ответственность. Это мозаику, которую мы купили. Ты попу подними и увидишь, как правильно. Ну, как? Собирай. Нет. Нет. Вот сюда. Вот сюда. Да. Ну, засовывай. Вот так вот. Не. Ярослав, вот сюда. Да. Ты что, у тебя тут такое, джунгли? А ты подвинься маленько. Вот. Нет. Да, конечно, нет. Вот. Вот так вот. Вот, видишь? Тетя. Да? Ты что, жирафики у тебя? Нет. Да. Вот, молодец. Умничка. Тетя. А твоя где? Да не надо, сейчас близко искать будет. А как ты на рыбе-то показываешь? Рыба-то где? Где? Ну, особо не ревел, а вытереть. Конечно, ревел. Вот так волк делает рыбу, да? Вот! Ты волка дразнишь? Как он делает? Ой. Заяц. А где у нас собака? А вон собака. Баба. Баба купила? Нет. Ты играешь ей? Кошка боится ее. Ну нафиг. Ну нафиг, да. Все, выключаю. Выключай. Все, убрал. А что такое я не показываю? А что это значит? Давай собирай. Ты напугал, что ли? Ты напугал? Ты напугал? Танцуй на ней. Ой, хлопаем. Как ты танцуешь? Молодец, я. Молодец. А ты что, песня так понравилась? Ладно. А че он начал так плясать? Под песню?
ты что, хулиганишь-то? Кстати, вы танцевать научили, а? Ну. О, пинает, я их.